Всем привет, с вами Собин Михаил, и сегодня второй выпуск программы под названием «ВАШЕ». Программа, в которой, ну даже не программа, а рубрика скорее, в которой я выкладываю композиции вашего сочинения, либо ваши кавера. Главное условие, чтобы это было исполнено на электрогитаре. Сегодня я покажу вам замечательного молодого гитариста Армена. За короткий срок он достиг вполне хороших результатов. По крайней мере, я в его возрасте так еще точно не мог играть, потому что я гитару взял в руки в 16 лет, а прям серьезно заниматься начал то ли в 18, то ли в 19. То есть я такой слоупок, можно сказать. Вот Армен исполняет Баха «Шутку».